не удается Салавату закрепиться в этой своей атаке, но контролирует уфимцы шайбу уже на своей половине площадки. По правому флангу вошли в зону, Кадетин оставляет. И хороший момент, штанга, отдача, шайба где? А дальше Куэлунь вывозит ее из своей зоны и попытка... Шайбы потом, вот давайте еще раз посмотрим. Да, Кархунин среагировал на самом деле от щитка Кархунина. Шайба дальше отлетела в штангу. Вот еще раз этот эпизод. Но вот тут уже Жаркову добить не удалось. И Лайонен выбросил шайбу из вратарской площади. Жарков здесь в ярости ломает клюшку.